Здорово, друзья! Сегодня поговорим о набирающей популярность теме, с помощью которой люди получают огромные иксы, начиная там от 2 и заканчивая аж 1000. И с каждым днем в ней участвует все больше и больше людей, несмотря даже на высокий риск. Хотя при таком буллране не такой уж он и высокий. Способ этот заключается в инвестировании через приватные пулы, или же инвестирование в токены самих пулов. Причем речь идет не о пулах для майнинга или стейкинга, или даже не о популярных в DeFi секторе пулах для фарминга, а о пулах, которые позволяют вам приобрести токены перспективного проекта с большими бонусами и на ранних этапах продаж. Ну или просто принять участие в распродаже токенов проекта, на пресейл которого без пула вы бы никогда не смогли попасть. Чтобы не быть голословным, вот, например, результаты последних инкубационных проектов от пула Уток. Проект Pool 42 икса, Boundly 14, Base 147 иксов, а остальные вы также видите на своих экранах. Ну а если вас интересуют не только такие гемчики, но вы любите торговлю криптовалютами, считаете ее увлекательной и прибыльной, то недавно я наткнулся на отличную торговую платформу, которая называется Delta Exchange. Самое классное в ней, что мы можем взять 100-кратное кредитное плечо на наш баланс и торговать с большим балансом. Какую мы бы прибыль не получили, она будет увеличена в 100 раз от нашей суммы. Мы также сможем сохранить ее. При текущей волатильности рынка торговля с кредитным плечом 100x может принести огромную прибыль. Торговать на бирже Delta Exchange действительно очень легко. Вы создаете бесплатный счет на Delta Exchange, вносите криптовалюту, биткоин или USDT и начинаете торговать. Что еще более интересно, так это то, что как только вы вносите депозит биткоин или USDT, вы получаете бонус на депозит до $100 США, 7000 индийских рупий. И самое лучшее в Delta Exchange это то, что ваши депозиты и доходы надежно защищены. Вот некоторые люди, которые недавно заработали огромную прибыль, используя 100-кратное кредитное плечо. Итак, чего же вы ждете? Зарегистрируйтесь на бирже Delta Exchange, ссылка на которую будет в описании, и начните торговать. И для получения дополнительного специального бонуса нажмите ссылку в описании. Но давайте обернемся к теме приватных пулов и разберемся, как же они работают. Вот представьте, есть перспективный крипто или DeFi проект, который сейчас находится в разработке, а путь любого криптопроекта идет к токену, с помощью продажи которого они собирают инвестиции. И как вы знаете, например, при ICO продажах всегда идет постепенное увеличение цены токена. То есть, если на первом этапе распродажи можно купить за один эфир 20 тысяч токенов перспективного проекта, то на последних этапах за один эфир вам предложат уже, например, 10 тысяч токенов проекта. Соответственно, бонус для ранних инвесторов получается довольно нехилый. И вот специальные пулы получают аллокацию для закупа сообществом таких токенов, а потом распределяют их своим участникам. Или же администраторы пулов и вовсе связываются с представителями проекта и покупают токены на эксклюзивных условиях, делая выгоду и для себя, и для своих клиентов еще выше. А также проекты получают не просто финансирование от каких-то коммерческих предприятий, но также и от крупного сообщества, которые стремятся поддержать эти проекты в долгосрочной перспективе. Зачастую бывают такие ситуации, когда принять участие в распродажах вы и вовсе не можете. Либо минимальная сумма участия будет слишком большой, либо все токены разберут частные инвесторы на приватной распродаже, и до публичной продажи эти токены вовсе не дойдут. Пулы в этом вопросе вам тоже помогут. Но почему же они приватные? Дело в том, что спрос на услуги таких пулов крайне высок. Ведь все хотят получить перспективные токены на ранних этапах продаж, а потом продать их с несколькими иксами при выходе токена на биржу, или же оставить их в ходу. Поэтому зачастую в пулы можно было попасть только по приглашению. Но так было раньше, сейчас же админы пулов стали внедрять новую схему, при которой они и сами могут неплохо заработать, и народу позволяют закупаться в своих пулах без особо жестких ограничений. И схема эта заключается в токенизации. То есть приватный пул создает свой токен, и владельцы этих токенов имеют право принимать участие в распродажах по выгодным ценам. Примерами таких пулов, которые уже выпустили свои токены, можно назвать DuckDAO, Nebo, Black Dragon, Polka Starter, Pulse, IA2 тоже также скоро запустит свой токен. Ну и к примеру, чтобы вы понимали, тот же токен Уток после сейла уже дал более 38 иксов.
Ну, это если говорить о самых известных и относительно надежных пулах, токены которые уже дали по нескольку десятков иксов. Да, как я и сказал ранее, можно зарабатывать не только на инвестициях через сами пулы, но и на покупке токенов пулов. Пока идет эра иксов, люди закупаются данными токенами, и цена неизбежно растет. Однако не стоит забывать, что все сопряжено с огромным риском. Во-первых, многие новые пулы, которые будут появляться, могут оказаться откровенными мошенниками, которые соберут с инвесторов деньги, а потом сольются. Во-вторых, ICO, IDO и прочие распродажи – это в принципе рискованная штука. И нет никаких гарантий, что если вы даже купите токены через честный пул, то эти токены просто не обесценятся в ноль или вообще не выйдут на биржу. Поэтому при выборе пула важно смотреть его статистику и какие проекты он отбирает. А также делать ресерчи среди этих проектов, а не котлетить во все подряд. Ну и к тому же, после того, как наступит очередной флэт или криптозима, то упадет интерес и к самим пуловым токенам, и они обесценятся аж на 99 или все 100%. Так что их надо будет успеть вовремя слить. Я сам инвестировал в несколько токенов таких пулов. Какие, я вам не буду говорить, тут надо самостоятельно проводить оценку пула и действовать очень осторожно. Так что вот такая вот интересная идея по заработку на пулах. Вам всего лишь нужно выбрать пул, частью сообщества инвесторов, которого вы хотите стать, посмотреть все конкретные условия, которые там есть, приобрести их токен, а далее выбирать проекты, в которые вы хотите инвестировать и получать профит. Ну а на этом у меня все, покедова.